Саш, я Мороз Алексей. Сейчас я еду на диагностику. Меня пригласил клиент, значит, и появились у меня сомнения в мастерстве кровельщиков, как ему сделали кровлю. И, по-моему, насколько я понял, строители еще находятся там, еще какие-то выполняют объемы работ. В общем, сейчас будет интересное видео, я вам обещаю, оставайтесь со мной. Крыша, вот гидроизоляция не дотянута до, да, до конца. Правильно. Ее дотянуть надо до капельника. И вы хотите мне объяснить, что так нормально? Я не хочу объяснить. А я что? Хочу сказать, что это нормально. И хочу сказать, почему. Да, давайте. У нас обрешетка контра обрешетка. У нас здесь, да, тот часть, который воздух все время вентилируется. Правильно? Мы закрываем здесь. Доступ воздуха меньше становится, разумеется. Правильно? Нет, я хочу... Почему ее... Мы про вентиляцию сейчас не разговариваем. И мы разговариваем, почему... Ну, вы говорите, надо ее там оставить. А я говорю ее до конца. А если я его закрою, как туда воздух попадет? Ну, считайте, что она... Да, капельника, вот у нас капельник, она вот... Закрывается. Нет, вы, извините, как зовут вас? Лёва зовут. Лёва, меня Алексей. Но... Вы сказали, что ее нельзя до конца. Конечно, нельзя. Вы задаете мне вопрос. Объясняю. Вот этот зазор идет сверху у нее, правильно? Пленки. Отсюда вентилируется другой зазор. А что ей мешает вот сюда прийти? Вот пленка. Пленка уже дошла до конца, вот отсюда воздух вниз попадает. Никто пленку до конца не делает до капельника. Никто. Значит, не вентиляция проблема, а просто ее не делают. Нет, и вентиляция проблема, и пленку до конца никто не делает. То вот есть, сколько крыш тут? В любом крыше пойдемте посмотрите, хоть одну, если будет до конца, тогда я виноват. Здесь вот эту гидроизоляцию надо до конца. Я могу вам инструкции принести и показать. Любого производителя металлочерепицы, что это так. Я просто не хочу с вами спорить. Я не спорю. Я бы деньги вам не заплатил за это. Просто моя задача не... знаете как, не найти причину, что плохо. Ну, я говорю объективно, все, что, вот, что есть, как, и, как положено. Гидроизоляция выполняет функцию страховочной пленки. Если там будет сверху конденсат, он там будет. Ну, будет? И вот, не будет. Не будет. До сих пор не было. Нет, нет, он там будет или не будет? Не будет. Потому что сделана крыша. А если все-таки маленькая капля откуда-то капнет? Ну, а вы гарантируете, если я закрою? Мне не трудно. Да. Там конденсата не будет. Понимаете, я при чем здесь я гарантировать или не гарантировать? А как? Понимаю, мы гарантировать, что вот там мы... всегда будет сухо. А вы будете гарантировать, если я буду опускать? Если мы бы с вами спорили. Да я не спорю. Нет, смотрите. Вы у меня спросили, я вам говорю, запасное колесо в автомобиле должно быть. А он говорит, дорогой, да нет, машина может ездить на четырех колесах. Да мамой клянусь, запасное колесо там не нужно. А я говорю, оно там... Да, машина может ехать без колеса, но в комплекте должно быть... Это мы одно и то же спорим, понимаете? Нет, а запасное колесо, вот если оно должно в комплекте автомобиля быть, оно там должно быть. Это вот из этой серии, понимаете? Это то же самое. Да, машина может ездить без колеса запасного. Может. Но оно нужно иногда бывает, когда это случается. Правильно? Слушай, я вам говорю, как надо должно быть. А вы мне говорите... Я знаю, как надо, дорогой. Сколько вас лет? Я столько крыш делал. Я знаю, я не обижаю вам. Я просто говорю, как есть. Никто эту пленку до конца не делает. Нельзя его до конца делать, закрывать.
нельзя просто. Лёва, вы ошибаетесь, я вам честно говорю. Вы ошибаетесь. Ну, ошибаюсь, значит. Вы ошибаетесь. Хозяин скажет до конца сделать. Я до конца сделаю. Под крышей там ничего, нормально. Если это не мансардная крыша, это не жилой чердак. А кто сказал, что не жилой будет? Там даже есть трубы, выходят наверх, батареи будут ставить. Кто вам сказал, что там не жилой? А я хозяйке сейчас сказал. Если это будет холодная крыша, нормально. Если это будет теплая, другой вопрос. Вот, а про гидроизоляцию она должна идти до конца. Лёва, ну, нет, зря вы спорите. Я спорю, я потому что знаю, я миллион раз делал. И до сих пор у меня там, где сделал, проблем нет. Я сказал заказчице, что если будет там жилая крыша, что утепления даже мало, десятки, что это недостаточно, надо переделывать все, я так сказал. Но если холодная, то пойдет. Вот так мои слова были. Что вот то, что я видел там, как утеплено десятки, я говорю, если вы соберетесь когда-то жить здесь, помещение делать, ну, теплые, это надо будет переделывать, утеплять больше, ну и так далее. Не надо больше утеплять, там будет тепло. Ну, хорошо. И нормально. Утеплять не надо, там 10-сантиметровый утеплитель, такого. Здесь сколько домов строено? Если вы найдете хоть один такой, вот, хоть один найдите такой, который, вы говорите, так сделано. Мне скажут, сделай до конца, да. Ради бога, я сделаю. А как и теперь можно, Лёва, до конца сделать? Я сделаю, это мои проблемы. Ну, потом, я отвечать не буду. Я могу сказать, что через несколько дней у тебя там потечет. Наверное. Нет, он неправильно говорит. Ради бога. По поводу вот водостоков я хотел бы сказать. Чего? Ну, это водосточная система. Видите, крюки. Если вы хотите тоже вот что-то для себя новое услышать, крюки надо ставить всегда. Если крышу продлеваем мы пунктирная линия, да, примерно, то вот эта часть должна, вот пунктиром продлеваем, она должна быть вот здесь находиться. Вы понимаете, да? То есть крышу продлеваем пунктир, то жёлоб всегда, он не должен стоять преградой снега. То есть он стоит, и снег его будет бить. Жёлоб надо, то есть крюки ставить. Если мы продлеваем крышу, пунктир, но где-то крюк он должен быть здесь. Чтобы снег, это пролетающий, он его не задевал. Ну это вам, я знаю, вы все знаете, но это может вам пригодиться тоже. Это я на будущее говорю. Так, о, дорогие мои. О-хо-хо-хо-хо. Лёва, ты меня вообще расстроил. Чего? Ты хочешь сказать, выше ставлено? Кто? Это имеешь в виду? Кто, снегосдержание? Ну. Могу объяснить, почему. Нет, к снегосдержанию у меня претензий нет. А. Где саморезы должны быть по металлочерепице? По технологии, объясни мне. Здесь. Где? Да, а они где? А где? Ну, саморезы где? Ну и чё? Вот. Тоже ямочки. Не, ну какое? Вот, а они где, а где должны быть саморезы? Ну не здесь же. Не здесь, а да. Где? Где? Вот здесь, в каком месте? Здесь. Под волной. Да. Под волной, правильно? Ну, вот здесь. Ну. В каждой. Правильно? Да. А они где? Ну и чё там? Это чё мешает, если она... А я могу рассказать. Рассказывать. Я могу рассказать. Это не по технологии вы сделали, ребят. У вас все. Карандаш не по есть у тебя? Карандаш. Есть. Карандаш и таз или хач. Лев, что-то прям вообще печально. Ну. Вы знаете почему? Алексей. А вы знаете, почему там саморезы должны быть? Вот где вы показали. Скажите, почему? Вот идите сюда. Во-первых. Саморез, когда находится вот прям здесь, под волной, да, вот издалека отойдешь, их не видно. Они в тени этой волны, их не видно. Угу. А когда саморезы посередине, вот как у вас, их видно. Я сразу я даже на крышу не знаю, я издалека вижу, правильно сделал, нет. Когда саморезы, для этого это первая красота, их не видно, они вот под волной спрятаны. Это первое. И второе, рисую схему. Вот обрешетка. Она набивается по осям 35 сантиметров.
Металлочерепица, как ступенька идет. Угу. Как ступенька. Ну, правильно. И вот его место. Вот его место. Вот. Мастер даже не думает, не гадает. Он точно знает, он попадает сюда. И попадает четко в дерево. И вот эта шляпка, она вжимается в дерево. Видите, вот в этом месте. А у вас где саморез? Что это расстояние? Какое? Что это здесь? Вот это 28 саморез, он может открутиться. 28 саморез, он что? Если это полтора, он у вас тут острием только вошел. Это тоже вы так что? Все делаете? Во всяком случае, то, что я делал, никаких жалоб не было. Ну, это меня вообще не интересно. Я вам говорю, я знаю, что как должно быть. Раз вас позвали, вы должны говорить, как по инструкции. Я это понимаю. Это тоже я не прав, или что? Почему не прав? Так я прав или нет? Да, конечно, прав. Кто может сказать вам, что вы не правы? Такое никто вам... Я просто не ожидал, Лёва. Потом, Лёва, иди сюда. Вот, ты, конечно, вы меня извините, но... Лёва, иди сюда. Вот это что такое? Что? Вот, вы видите? Вот. Вот, смотрите, какая дырка. Да какая там дырка? Вот, видите? Разве так металлочерепицу стелят? Лёв, иди сюда. Вот, смотри. Здесь она у вас убежала диагонально. Вот смотри, что вы сделали листом. Вот видишь, где паз, где должна быть металлочерепица? Видишь, вот он? Видишь? Почему вы его сдвинули? У вас... реально вот сюда будет вода течь, в это место. Вот ее лист должен сюда прийти. И вы диагонали, она, видимо, листы у вас уходили, вы начали ее подвигать. Да никуда не уходили. Вот из-за этого у вас получилась дырка здесь. Эль. Ну я слушаю, да? Что ты, Лёва, я слушаю. Ну. Вот, как ты, я дырку эту объясняю. У вас диагональ уходила, вы подвинули. Да никуда у нас вот, не уходило. Вот, видишь, вот это ребрышко, видишь? Где должна быть вот это, вот сюда еще, 2 сантиметра. По центру, да. Да, ты видишь? По центру. А здесь вот, смотри, уже наоборот, здесь уже водичка будет сюда течь. Да никуда не будет течь, она нормально, ничего такого не... Она уже, понимаешь, вот уровень, она ее будет сюда гнать. Понимаешь? А вот сюда, где должна быть металлочерепица. Слушай, здесь где она? Вот, сюда посмотрю. Здесь где она? Я не спорю. Не, где она? Где? Ну вот тоже плохо. Здесь. Тоже плохо. Здесь где она? Ну зазор, зачем спалец? Ну что это? Слушай, это где она? Спалец, 2 сантиметра. Спалец, зазор, он не должен быть зазор. Во-первых, не спалец. А где? Спалец, вот я засовываю. А во-вторых, а там еще больше. 2 сантиметра. Она сюда, а не туда. Видишь, сколько? Значит, по металлочерепице у меня претензии, честно. Гидроизоляцию ты со мной спорил, конечно. Я не спорю, я тебе говорю. А это вообще никуда не годится. Серьезно. Это вообще нонсенс. Это вообще не годится. И саморезы не по технологии, они там не должны быть. Красивая металлочерепица, саморезы под волной, их даже не видно. Вот встанешь в забор, их не видно. А если эти точечки видно, ну, оно так придумано, понимаешь? Вы можете говорить... Свое. Я буду говорить свое. Да. То, что там профессора придумали. Да, да, да. Это да. Ну, Лев, я понимаю, я специалист своей области. Там... Елена, Сергей, он специалист своей области. Я, например, я делаю кровлю, я не могу плитку класть. Я даже технологию не знаю, там, как раствор мешать. Я отсюда не лезу. А с крышу я очень знаю хорошо, очень. Вот там вот горб. Я бы еще, конечно, залез, дымоходы бы посмотрел. Это вообще моя любимая тема. Какие дымоходы? Как они обшиты. Крыша кривая, вот глаз приложишь, ну елки-палки, середина вот такая. Вот. И вот если вы не видите отсюда. Где тут кривая? Да вот, встань на стул, да посмотри. Да я и отсюда вижу. Ну а что, не видишь ты пузо посередине, вот, и вот такое. Вот сюда встань и вдруг. Да это потому, что не ты делал, не твои ребята.